первые зрители, которые сегодня в этом зале. Вы первые зрители, которые увидят, как откроется занавес. Вы первые зрители, которые услышат первые слова, которые будут произнесены с обновленной сцены и так далее, и так далее. Мы все здесь впервые. Поздравляю вас с этим и нас также. Мы кланяемся золотой эпохе Большого драматического театра, золотой эпохе Георгия Александровича Толстоногова. Мы с надеждой смотрим в будущее, мы строим будущее. И мы надеемся, что театр будет соответствовать там, той высокой планке, тому уровню подлинности. Сегодня день исторический не только в жизни БДТ, но в жизни театральной жизни Санкт-Петербурга и, в общем, в театральной жизни России, потому что у нас давно не было такого события. Театр вернулся домой. Вернулся домой, закончились мытарства, чемоданы, раздоры. Наступает, я надеюсь, новая прекрасная жизнь. От имени губернатора нашего города Георгия Сергеевича Полтавченко, от имени правительства, я себя лично поздравляю нас всех с открытием Большого дома талантов. В нашем городе символы – это медный всадник, это крейсер «Аврора», это расстрельная колонна, это Эрмитаж, Мариинский театр и БДТ. И, конечно же, весь мир знает вот по этим символам наш прекрасный город. Но если...